Всем привет, вы на канале Crypto Crazy Man. В этом видеообзоре буду показывать игру про пиратов, где мы будем добывать USDT, NFT, которые в будущем мы сможем продать. USDT мы сможем уже сейчас выводить, а NFT предметы, когда запустится сама игра. Но перед началом видеообзора хотел бы вас попросить, чтобы вы подписались на мой YouTube канал, дабы не пропускали различные варианты видов заработка. Все ссылочки будут в описании под видео. Вам приятного просмотра, а мы начинаем. Первым делом мы переходим на сам сайт, нажимаем Sign Up. Здесь мы авторизуемся через наш Google аккаунт. Я уже регистрацию проходил, показать вам не смогу, но расскажу поэтапность. Мы заходим через Google аккаунт, придумываем свой логин, то есть имя, указываем код, который будет в описании под видео, либо в моем телеграм-канале. Тут я опубликую дополнение к различным постам, какие-то новости, дополнение к видеообзорам, различные раздачи и множество другой полезной для вас информации. Итак, я зашел под своими данными, далее мы нажимаем на своего аватара, который мы создали, опускаемся ниже, и нам нужно каждых 8 часов отправлять наш корабль на поиски сокровищ. То есть вот эти вот монетки. Если не пропускать и собирать каждый день, мы дойдем до вот этого вот сундука и будем ежедневно получать по 50 вот этих вот токенов. Для чего же нам вот эти вот монетки? В раздел Open Checks мы и здесь сможем забирать бокс, открывать тем самым его, за вот эти вот монетки. То есть нам, чтобы открыть один бокс, потребуется 225 монет. Как я ранее говорил, если мы не будем пропускать и каждый день заходить, никаких комиссий тратить, чтобы забирать эти монетки, не нужны. Это все абсолютно без вложений. Игра будет как free-to-play, free-to-earn, где мы сможем бесплатно зарабатывать, проходя какие-то ивенты, квесты и различную другую активность. И попадать в топы. Итак, что мы можем выбить из этого бокса? Мы можем выбить вещь, которая имеет свою редкость, common, uncommon, epic и легендарный. Конечно, это все от редкости будет зависеть, сколько она будет стоить, как и в других NFT и различных играх. Далее мы можем заработать с этого бокса от 1 до 100 USDT и сразу же их вывести. Как только мы откроем бокс и нам выпадет USDT, мы сможем нажать на кнопку Withdrawal, прописать, сколько мы захотим вывести наших USDT, вставить адрес в BEP20 и отправить на любой кошелек, на любую биржу. И также нам могут попасться вот такие вот токены, коины, которые мы зарабатываем каждый день. В этом разделе мы можем посмотреть, какие есть вещи, которые мы сможем выбить, заработать, а далее их продать. Хотел бы вам сказать, вот эти вот вещи мы сможем зарабатывать только здесь. Разработчики их продавать и выставлять на продажу не смогут. Вот сколько мы пользователей насобираем этих вещей, вот столько и мы сможем их продавать. То есть какое количество здесь будет, зависит все только от пользователей. И конечно же сами мы будем выставлять цену, регулировать и управлять рынком. Но это еще не все. Смотрите этот видеообзор до конца, чтобы понять, насколько это масштабированная и классная выйдет игра. Ведь у них дорожная карта очень и очень привлекательная, и меня очень зацепила эта игра, и жду ее выхода. А пока прекрасно есть такая возможность сейчас зарабатывать USDT, то решил с вами поделиться, дабы заработали мы вместе. Ведь мы знаем, что чем раньше мы зайдем, тем больше мы заработаем. Первое, двигайся, чтобы зарабатывать. В сундуках можно найти предметные снаряжения и монеты. Награды обновляются ежедневно. Собираем, чтобы заработать. Игра 3 в ряд. Как мы знаем, всеми популярная и любимая игра. Карта полна ресурсов, вы сможете собирать их, продавая другим игрокам или использовать для создания новых предметов. Это нам говорит о том, что мы сможем крафтить предметы, добавляя может какие-то редкости и куча различных фишечек. Ремесло, чтобы собрать ценные ресурсы, нам понадобятся инструменты. Тем самым мы, проходя 3 в ряд, будем собирать различные ресурсы. Это дерево, камень, железо и крафтить их. После этого мы будем охотиться на различных монстров. Как здесь прописано, будем охотиться. Некоторые сокровища охраняют монстры. Чем выше уровень монстра, тем более ценную награду вы сможете получить. То есть нам нужно будет здесь еще прокачиваться.
Привилегия наша еще здесь в чем? Что я смогу объединить своих партнеров, друзей и вас в свой клан, и мы сможем тут как проходить какие-то рейды, клановые битвы, нападения на различных монстров, далее выполнение квестов, появятся у нас новые виды сундуков и больше награды. Еще очень крутая фишечка в этой игре, будет здесь один счастливчик, который озолотится, дай боже. Будет у нас на карте любой из миров скрытый сундук, который мы сможем найти и получить 500 тысяч долларов. Один из самых ценных сокровищ в мире. Скрытый сундук может появиться на любом уровне у любого игрока. Локация — весь мир. Когда он появится, на какой локации, у какого человека — это все только на везение. Но вы просто представьте, если вам, именно вам, выпадет этот сундук. Один сундук может просто перевернуть вашу жизнь к лучшему. Также мы можем охотиться на сокровища, как это было в Тадекс от биржи. Они выпустили свое приложение, либо как покемоны. Мы ходим с телефоном, нам показывают, где сокровища. Мы сильно на этом акцент держать не будем, ведь это раз в месяц. Оно будет открываться и только на 3 часа. Конечно же, предупреждать буду вас в своем телеграм-канале. Когда будут начинаться какие-то ивенты, дополнения, может, какие-то условия. Далее здесь говорится о том, что пользователи смогут получать токены бесплатно каждую минуту, если они подойдут к нему и направят телефон на остров. Количество получаемых токенов зависит от уровня игрока. То есть, конечно, мы прокачаемся в наших же интересах и будем получать здесь неплохой заработок с поддержкой от меня, когда вы вступите в мой клан. Мои партнеры уже здесь выводили USDT, открывавши вот эти вот сундуки за вот эти вот коины, которые я вам в самом начале видеообзора рассказывал. Так, далее вернемся к самой дорожной карте. Квартал 2 2024 года. Рынки, блокчейны, запуск версии MMORPG, социальных сетей. Так, далее третий квартал. Запуск мини-игр, партнерства и мультиплеер. И под конец 2024 года запуск полной версии, публичная продажа, которой мы накопим сейчас свои NFT за открытие сундуком. Мы сможем их продать. Какое количество у вас будет, какая редкость, это зависит все от вас и от рандома. Сейчас важно не пропускать и каждый день заходить и делать здесь активность, дабы ускорить процесс собирания вот этих вот токенов. Мы можем добавлять здесь еще друзей и получать 10%. То есть, если вы собрали 10 этих вот коинов ваши друзья, один поступит к вам на ваш баланс вот сюда. Но это не так уж и важно. Еще у нас есть задание в Зейле. Но это так, у кого есть желание, там можно будет зарабатывать от 5 до 40 долларов. Тоже ссылочка будет в описании под видео. Нажимаем Connect. Можем залогиниться как через кошелек, так и через свой Discord. Здесь мы можем и выбрать свои задания под себя. Twitter, Telegram и различные другие. Там как квизы, так и ежедневные присутствуют. Здесь мы прошли одно задание, открылось следующее. Это прошли, следующее открылись и так далее. Опустившись ниже, у нас задание с твиттером. Мы на него нажимаем. Далее мы нажимаем follow. Нас перебрасывают на сам твиттер, где мы подпишемся, вернемся обратно и заклеймим наши хп, которые продвинут наш уровень все далее. Нажимаем Claim Rewards. Задание проверяется, обрабатывается до 10 секунд. Все, у нас засчитало, и мы можем двигаться дальше по твиттеру. Кому как непонятно, может любой из вас перевести страницу и почитать, что от нас требуется в задании. Здесь более простое задание — поставить лайк и сделать ретвит. Как любых других аирдропов, мы заходим, делаем лайк, ретвит и выходим. То есть вот он нам сразу предлагает поставить лайк, чтобы не возвращаться и нас не перебрасывало обратно на твиттер. И сэкономить себе время, сразу делаем ретвит, закрываем и нажимаем получить вознаграждение. Отслеживать свою активность мы можем вот здесь вот внизу. Наш уровень, сколько нам дали хп, сколько мы получили, какое проверилось. И да, не сразу проверяются задания, поэтому не волнуйтесь, оно пройдет. Если вы подписались, какое-то сделали задание
и не отменили свою дабы подписку, ретвит, оно обязательно вам придет. Все основное, в принципе, вам рассказал. Следите за моим YouTube каналом, Telegram каналом и будьте все в курсе событий. А с вами был канал Crypto Crazy Man. Все, кто досмотрел этот видеообзор до конца, всем спасибо за просмотр. До скорых встреч.